Вот что значит мастерство. Подсечка, сигарета, зажигалка, вываживание. А еще пивка можно попить. Но это только если партнер поднесет прям в этот момент. Этот уже покрупнее будет. Ну, да, не всплывает, может быть, и сомик. Все в зачет. Сом без ограничений. Главное вытащить. А вот здесь произошел дуплет. Ёлки-палки. Я даже стесняюсь просто предположить, что будет при взвешивании. Ну ладно, мы закончим это вываживание. И все-таки это карп. Тоже дуплет. Зачетная рыба, между прочим. Какие-то повадки у нее, да? О-о-о! Ух, я сказал горбатый. Да, это явно под трешник, а то и побольше. Вот это да, трещит-то, трещит. Подсачник-то, потому что ты его берешь как... Вы уж позволите подойти, я тихонечко. Вот это, еле. Ох, елки-палки, крючочка-то не видать. То есть культурный карп. Культурный просто. Вот, даже таких размеров. И вот с таким большим лицом клюет да, вот так. Вот. Вот. Так, сейчас надо мне. Да, да, да. Вы не торопитесь. Вот не торопитесь. Да, вот это красавчик. Это больше трешки. Ну, побольше трешки. О. А? Нет, трешка, так, а нет, где-то три, три с половиной, может быть. А не надо было так обижать. А что, темп ребята хороший взяли, дуплетами, да? Дуплетами как стали бить. Дуплетами, да? Ага. Мы по одному, они дуплет. Мы по одному, они дуплет. Ну, теперь можно и перекурить.
Ну и улыбку. Во весь рот без сигарет. Да, видно. А ручки-то трясутся.